one look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting. Не, ну это, конечно, вообще кайфушки. По лесу ехать, да? Скажи. Крутяк вообще. Вот такие у нас путешествия сегодня на выходных. Сейчас покажем вам красоту. Класс вообще. И фоткаешь чи знімаєш? Він фоткає чи знімає? Діліться коментарями. Чим пахне? Так, да, где наш там ребенок? О, там сейчас он рыбник уже будет видно. Большущий. Готовьте свои глазки, сейчас увидите. Морже. Морже. Сейчас подъезжаем к морже. О, красраковник, кстати, уже. Это мы уже пересекли границу. Да-да. И сразу дорога такая. Фух. Скоростуха, ребят, такая, что мама не горюй. Главное удержаться. Вот такие у нас покатухи выходного дня. Суббота, соседние деревухи, велосипеды, ветер в харю. Короче, отрыв крутой. Итак, мы подъехали к Чешскому морю, ближайшему возле нас. Это поселок Ладенице, большущий рыбник. Так что, ребята, такие вот красоты здесь. Ребят, ну красотища, смотрите, уточки, лавочки, сиди, наслаждайся, кайфуй. Просто. А вот нас встречают жители гусиные. Тоже красота, лавочки. А вон маленькие, смотри, какие малыши, он плавает. Сейчас будем кормить. Так, братики, сестрички тут отплывут к нам. Номерные. С Марьяха их сейчас покормит.